Такой наивняк. А что делать? Кидаю шестерки. Да. Если что, это по команде Градора может показаться, что он в сквигах. Но он нулевыми ребятами пошел в сало. И он играет против Хаски, который каким-то чудом напырил Хессера в прошлом матче. Вот так вот. Привет, Коба. Давайте смотреть. Классный зерк силой. Уже прокачанный ульфринерчик, хорошо прокачанный. В целом команда смотрится неплохо. Для базы не хватает только МБшки на Йеттике. Дюфа красавчик. Так и хочется добавить же есть. Немножко странное разбитие лоса. Прошки вперед, ну хотя бы не назад. Парам-парам-парам. Ну, кое-как уронили. Ну, вообще, забавно видеть, что Норсам придется играть этот матч без МБ. Казалось бы. Вот уж какой навык бы пригодился бы сейчас. Странно, что не поездка в 3-дой. Надо было в 3-дайса ехать, я думаю. Там не так сложно делается. Когда там наши фавориты играют? Вроде как в 8 вечера или в 9, плюс-минус. Если ты про наш дивизион. Вот. Сидим, пердим, ждем. Надо было в 3 давать. То есть подводить силу и заезжать в 3. А так норсы себе приключения создали. Но опять же, надо понимать, что норсы значительно дешевле. То есть маг, 2 взятки, девочка Бладвайзер. Прошки здесь уже такие, как бы, готовые. Притом, как бы, клевый кетчер есть. Немножко поломанный, но все-таки... Клевые блицеры, так или иначе. Притом заметьте, что какая раскачка у обоих блицеров забавная. То есть они абсолютно идентичные и при этом жутко бесячие. Разве что дубли просто не нашли. Представьте, что две таких мрази садятся на мяч. Опа! Какая опасная дабла была только что. Вот теперь дело начинает пахнуть керосином. Я к тому, что вот в данный момент ситуация у Градора уже опасная. Теперь надо как-то очень хорошо построить клетку, повалить кого-то, видимо, из этой троицы, и подобрать мячик, и еще пофалить удачно. Часть плана уже не сработала. Не, ну а что фалить Йетти? Йетти не тот игрок, который делает погоду в этом матчапе. Я не уверен, что его так уж сильно надо было фалить. Ох. Вообще тоска у норсов. Но теперь эльфы должны съедать. Им зафартило. Точнее, наоборот. Очень сильно не фартит норсом. Но суть вы уловили. Так. Так. Вот это, по-моему, первая удача норсов. Точнее, первая неудача прошек. Супер важный минус. Потому что, во-первых, норсы имеют гипотетический шанс разрулить. А во-вторых, это минус игрок, а у прошек нету замен. Подфартило. Кстати, стальные нервы не сыграли на этот. На кэч. Не хватило. Ну. Норсы очень сильно отскочили. Очень. Ну,
опять же, стоит сказать, что они отскочили после очень неудачной серии кубов. То есть прошки после того, как... После того, как норсы кинули ужасные дайсы, прошки их пощадили. Это благородно. Очень мило с их стороны. Ой, фол. А я бы мяч прикрывал. Не знаю, мне не нравится такой фол. Тем более, при том, что дальше идет удар, который дает кубы в... Дает кубы в мяч, сказал Саша, и... Ясно, ясно, окей. Окей, тоненько обыграно, признаю, признаю. Прямо зачитал, что не надо будет фалить. Хотя момент был чудовищно опасный. Вообще, крайне обоюдоострый матч, то есть... Здесь от кубов и от захода очень многое зависит. В плане того, что вообще... Да, давайте блицовать как бы в восьмой армор. В единственный... Ну ладно, ладно, не единственный. Один из четырех восьмых арморов. Нашли единственную линейку с армором и блицанули в нее. Я понимаю, что тут, конечно, типа это был позиционный блиц, чтобы сесть на мяч, но выглядело как-то немножко комично. Ну, эльфа на мужика, типа. О! Вы видели? Восьмой армор на линейке. И это не комбинатор. Надо наказывать. Извините, пожалуйста. То на сегодня вспоминали комбинатора. Прибежал мистер Аура. Толку от него-то, конечно, не так много. Хорошее проталкивание. Отключил сайдстеп, только это не сильно помогло. Благо, прикрытие тут простое. Да, хочется покататься силой. Я понимаю. Тяжело отказать себе в этом удовольствии. Тут еще и пофалить хочется, но пофалить не получится, потому что нету прикрытия. То есть придется плюнуть и просто закрыться. Да ну нет, ну закрыться! Чё за... Чё за наркскийские мувы? Те что, Space Cadet и Дон Кихот покусали, а? Ладно. Нет, я как бы понимаю концепцию игры Граддора. То есть, либо ты убиваешь, либо умираешь. Но что-то как-то это было дерзковато. Ну, с другой стороны, Хаски играет очень... Очень пассивно. Вот так вот. Как бы в этом матче Граддор актив, а Хаски пассив. Извините, пожалуйста. Но вы... это правда, это правда. Несмотря на то, как это звучит, это правда. Ну что, будет блиц влево и заход налево? Ну да, да, это читалось. Сейчас, конечно, опять хочется пофалить лежачего бладжиста. Раз жизнь дает. Но, видимо, потерпим, да? Да, победил свою животную суть. Внезапно не стал фалить. А там же две взятки было. Да, он, ну, слушай, молодец, молодец. При двух взятках не стал. Уважаемо, уважаемо. Заметьте, прям реально сыграл чисто на позицию. Без придумываний. Мне, кстати, немножко не нравится, что у Хаски, ну, типа, настолько два одинаковых блицера. Я имею в виду, что у того же, по-моему, Бёрдмана, например, один из блицеров, по-моему, с безумием. И это добавляет довольно приятные опции. Я бы еще мог поговорить о блицерах Вали, но они как-то особо не живут, так что... Приятно, Гагрыс. Так, найс. Блин, классный игрок. Вот это было прикольно.
Ой, нагло отыграл парень. Только надо еще гафы кидать. Не сюда! Ну лол! Тебя сейчас за поле силовик вытолкнет. Тебе надо было делать шаг вправо от края. Ты сейчас армор ударит и выталкивание, ну блин, изейшее. Может, он этого и хочет. Ну да, хочет потерять пятилевельного чувака, действительно. Так, ладно. Не знаю, еще он подъедь утолкнул, ну ладно, так. Ну, нашли шестерку с первого этого, даже без выталкивания, окей. Я не уверен, что прям выгоднее скаттер, это спорный вопрос, Нагагрыс. Это рулетка. Знаешь, первое правило наркосийского клуба, как бы, не играй с норсами в рулетку. Даже если это линейка скаттеров. Да, здесь должна быть пяточка. Да. Ну, правда, что-то фолы вообще душные. Очень не везет с фолами в этой игре норсу. Они просто не получаются. То есть никакого толку от фолов нету. От слова совсем. Просто играя такой матчап, хочется фолами делать минуса. Натурально хочется делать фолами минуса, а не вот это вот все. Ну окей. Ну, с другой стороны, Градор сидит без РРов. Сейчас у Градора будет седьмой ход. Ну, то есть, голом не пахнет. Честно скажем, голом не пахнет. То есть, как забивать гол из такого положения, не ясно. Притом, да, надо играть очень аккуратно, потому что не подбор. Это практически сразу пропущенный гол. Ну и рисковать надо, если хочется играть на победку. Забегающий. Фрей Пьянь. Хорошее имя. А он точно добежит? Это тонкая шутка про его имя. Угу. Смотрите, взятки потрачены, будет минус. А, странно. Обычно после потраченных взяток либо сразу идут дальше удаления, либо минуса. Уа, вот и минус. Я имел в виду немножко другой. Привет, гусь. Так, если что, не пали свой матч. Я планировал его посмотреть. Удаление, да, я говорю, удаление получилось. Очень неудачно. Так, это будет попытка посадить подкат на мяч. Окей. Это не подкат на мяч. Странно. Опять прыжок выбивания. Как мерзко прыгает и как хорошо метает. А? Скаттер, ну, играет. О, не побежал за мячом. Пойдет марчить такл, да? Нифига, конечно, просто хаски. Посмотрите, сколько накидал, а? Сколько накидал? И все прокатило, и без РРа. Дискастин. Ладно. Да, у норсов страшная ситуация. Видимо, сейчас придется давать пас вот этому парню и давать вкладку сюда. А, даже так. Прокатила шестерка. Приятно. Вот это приятно. О, и аптек. И минус к муву. Наказали, конечно. На ровном месте, заметьте. Обидно, конечно, обидно.
Я думаю, что прям это расстроило товарища, товарища Хаски. Чистая шара, но добавляющая очень много. А, он даже не идет на гол, решил не рисковать, просто зоу-контрапупить. Ну, с учетом мага, это вполне ок решение. Нехорошее, не пол... нормально, нормально. Типа, сейчас мы выйдем на второй тайм. У меня минус один, у тебя там уже минус пять, и непонятно, кто встанет, замен нет. Я тебе с магом покажу наркскийскую силу. Силу земли засовывает себе там это. Огурец кое-куда. Забавно. Ладно, пока расставляются, я на секунду сбегаю за телефоном. Что-то там пищало. Видимо, у меня какие-то слуховые галлюцинации. Либо это пищало уведомление от магнита. Ну что сказать? Колокола не встали. Притом колокола 1-1-1. Ну, бывает. И теперь, как бы, кетчер и 4 линейки, 3 линейки будут пытаться отбиться от толпы голых мужиков. Да, я думаю, они как-то не рассчитывали на такое приключение. Не повезло, бывает. Я смотрю, тут была где-то засадный полк единиц, ребят. Засадный полк единиц. Ох, как приятно. Маленькая мстя. Маленькая приятность в виде двух опыта на кетчера. Другой вопрос, что даже этот минус, ну, честно говоря, не спасает. Я имею в виду, что игра, конечно, очень сильно прокатила Хаски под конец драйва, и... Так ты же понимаешь, что сейчас он сначала... Я бы как здесь сыграл? Сначала подвигал бы Йеттика, то есть если аура сработает, то мы кладем хер на кетчеры, да? Просто сначала ауру подводим и смотрим, чё как. А если аура не пошла, блицуем, если аура пошла, выталкиваем. Ну, а этих всех марчим, окружаем и потом додушиваем. Вот. Здесь довольно простой паттерн игры. Вот. Решили сразу выталкивать, не проверяя ауру. Ну, допустим, ладно. Минус, окей. С другой стороны, можно ауру, конечно, и поставить куда-то сюда, потому что тебе как бы кидать отсюда пас обычной линейкой. А, это тровер. Ладно, это тровер. Ладно, этот парень в ауре. Ну, что-то как-то, конечно, сено так себе. А, он решил сразу... Он решил так сыграть, чтобы сразу бахнуть молнию. Окей, принято. Он решил играть через 5 плюс пас. Я не уверен, что это лучшее решение. Вообще не уверен. То есть можно было дать пас, можно было дать вкладку, кинуть типа 3 плюс, 2 плюс, как бы, ну, можно было сильно упростить, мне кажется. Надо посчитать, но я... На глаз я практически уверен, что это не лучший вариант по цифрам. Ну и все, как бы, ребят, норсы фармят 1-0. Хотя, оказалось бы, то есть после двух дабл в начале первого тайма, после там небольшой шары, казалось, что сейчас-то доедят. И хватило, по сути, одного фейла на дадже, парочки так себе решений, и как бы и все. И прошки кончились. Ну, опять же, тут вопрос. Это очень напоминает игру Диомеда и... Как его называют? И Рэша. Когда Рэш тоже
у него не встали колокола на второй тайм. И он принял довольно странное решение не быстрого гола, а вот такой вот байтилки на блотч. И Дио все-таки в последний момент таки нашел свою шестерку, и это было справедливо. Очень хочется освободить Ульфика и покачать. Сам Бог велел освободить Ульфика и покачать Ульфика. Ульфик! Я, может, даже Йетти сейчас блицанул бы, кстати. Реально, может, Йетти поедем? Ну, ладно. Просто линейки, зачем опыт? Ну, Йеттиком можно было бы... Давай Ульфу вкладку. Ульф явно хочет вкладку. Он создан для этой... Ну, что это такое, Градор? Ну, лол. Ульфу просто нужен блок, чтобы оно стало играбельным. А зачем ты подошел на край поля, чтобы тебя вытолкнул силовик или чё? Я понимаю, что ничего интересного, ладно. И ты так и не даешь вкладку Ульфу, и... Ну, ясно. А почему ты не хотел прокачать Ульфа? Я, конечно, понимаю, что это пытаюсь... Я эльфа боюсь. Но... Мне, конечно, не тот матч, где стоило бояться эльфа. Мое мнение. Эльфов надо не бояться, эльфийскую гадину надо давить. Какой-то абсолютно бессмысленный ГФИ додж. Разве что, чтобы не дать покачаться Норсом. И даже не стал кидать 6 кубов по Троверу. Градор, ну так не играют на Норсах. Что ты как Пуся, а? Что ты как Пуся? Дисгастинг.